Диора Кельдиора, серебряная медаль чемпионата мира. Исторический момент для Узбекистана и для тебя. Как ты себя чувствуешь? Большое спасибо, я очень рада. Это первая медаль в возрастном чемпионате мира среди женщин. Конечно же, я думала о золоте, но серебро – это тоже хорошо. Я счастлива, и я постараюсь выиграть золото на Олимпиаде. Полуфинал. Ты боролась с венгерской спортсменкой Пап. И последние два раза, когда ты встречалась, она выиграла. О чем ты думала перед полуфиналом? И как ты справилась с напряжением, чтобы выиграть и выйти в финал? После чемпионата мира в Ташкенте я работала усердно и работала с разными партнерами, которые меня подготавливали. Я готовилась с моими тренерами, с командой и благодарю моего тренера и всех, кто мне помогал. Что ты собираешься делать в период до Олимпийских игр в Париже, чтобы быть уверенной, что ты едешь на Олимпиаду, подготовленной еще лучше? Мы будем продолжать усердно работать. Это еще не завершение. И, конечно же, использовать любую возможность, чтобы подготовиться к Олимпиаде и показать наилучший результат. Как ты и вообще вся твоя команда и страна Узбекистан собираетесь отпраздновать этот исторический момент для женского дзюдо в Узбекистане? Страна счастлива. Мы выиграли серебро вчера и сегодня. Я также была первой женщиной, выигравшей чемпионат мира среди девушек, и первая женщина, завоевавшая серебряную медаль на взрослом чемпионате мира. И мои родители, моя страна, все счастливы. Спасибо большое и огромные поздравления.